Спорту быть. В Щелковском городском парке культуры и отдыха прошли соревнования по легкой атлетике «Старты надежд». В них приняли участие более 500 учеников щелковских школ. Эти соревнования среди школьников проходят в Щелкове уже более четверти века. Раньше их проводил заслуженный учитель России, отличник народного просвещения, учитель физической культуры школы номер 3 Геннадий Шустиков, который открыл для учащихся образовательных учреждений «Старты надежд». 2 года назад его не стало, но хорошую традицию продолжают коллеги Геннадия Сергеевича. Ежегодные соревнования «Старты надежд», в которых принимает участие больше 25 школ района, и это около 500 человек десятиклассников. Как и в прежние годы, ребята бегут кросс. Дистанция у девушек 500 метров, а у юношей 800. В этот раз по итогам общекомандного зачета первое место заняла команда Монинской школы номер 3 имени Красовского. Второе у Серковской школы, третье у ребят из школы номер 13 имени Джанибекова.